Саша, ты с какой? Я пользуюсь психологом. Ты последние 5 лет я к этому добавил прекрасные знания, которые мне возможно использовать дальше, духовные знания. Каждый использует свои духовность. Мусульмане, индуисты, иудуисты, вендитисты, христиане, православные и так далее. Не значение. Суть одна у всех у нас. Развить духовную духовность, безусловную любовь. Напомню, есть 3 основные цели. Интересно, я называю 3 основные. Как вы дополните свои? Свои первые. Мы должны исполнить назначение согласно своему телу. Знаем, да? Тело. Мужское, женское. Это простая фраза. Согласно телу. Мужское, женское. Вот за big deal, обдайся, а? Женщина, мужчина. А сколько из нас путает это понимание, когда мужчина берет на себя женские обязанности, женщина, мужские, особенно второе, да, в нашей стране, где женщина берет мужские обязанности. Ну, помните, откуда это взялось, да? Наверное, Вторая мировая война, я так думаю, когда у нас погибло столько мужчин, и женщины остались одни, не пришлось выполнять мужские и женские обязанности одновременно. А природа такова, что мы адаптируемся. Мы адаптируемся, значит, у нас в нормальной форме должно быть 70% нашего, если мужчина 70% мужского, 30% женского. Мы двуполые. Это зависит от того, какие обстоятельства у нас вокруг. Для выживания мы вырабатываем иные способности. И в результате таких острых ситуаций, экстренных женщин становится мужчина-женщина. Есть понимание животного острова, где мы прыгаем. Там есть такие курицы, цыплята, ни петух, ни курица, по-моему, гемофрагит называется, ну, неважно. Понимаете идею, да? Поэтому, если я хочу исполнить свое назначение согласно своему телу, добросовестно получить полный опыт, для чего я сюда пришел, самая первая задача, я должен действовать своим телом. Мужское и женское, разница колоссальная. И, соответственно, понимаете, да, не только внешняя, внутренняя, колоссальная разница, соответственно, разные функции. Разные функции. Вот это первоначально. Опять же, ребята, простые вещи, ничего много не говорят. Просто задуматься над этим. Задуматься над этим, что вот я мужчина, я женщина. Это не просто форма, самое главное содержание. И совершенно и по-другому я должна себя вести в отношениях, в обществе. Используя преимущество своего тела. Если я в женском теле начинаю с мужчины спорить как мужик, что будет? Первый мужика будет шок, потому что мужчина относится... Представьте ситуацию, вот просто, что вы сейчас прочувствовали. У кого есть дети, там младшие братья, представьте, что вы заботливые родители. И ребенок вас слушает, скорее делает все, что вы делаете, смог там учиться, там, будь вежливым, порядочным и так далее. Смог слушается, все нормально, вы за ним заботитесь. Вы любите, вы хотите видеть эти счастливые яркие глаза, даже вообще все собственное время. Чтобы ребенок счастлив стал, особенно когда эта девочка с папой общается, да, там девочка. Это, кстати, техника, потому что вам, почему женщина, если вы пропустили этап развития отношений с папой, не научились обращаться с этой большой махиной, когда вы были в детстве, то общаться с папой, там, с мужчиной с вами будет, это очень сложно. А? Например, я уже затронул чисто тему. Мы понимали все то, что свое назначение, касается своего назначения, ну, скажем, первое, да, согласно телу. То, чего мне не хватало до 14 лет, когда я родился, с точки зрения гармоничных отношений личности, я считаю, что это то, над чем нам нужно работать в первую очередь. Это мое задание номер 1. Вот не было у меня счастливой семьи. Я не имел примера, как должны относиться отношения между мамой и папой. Какие будут строить свои отношения? По образу и подобию, что я видел, а куда деваться, подсознание номер 1. И почему вот отсюда происходит, когда мы говорим, боже мой, у нас проклятие, у нас женщина разводится, женщина все одиночки, в 5-м поколении. Проклятие. Какое проклятие? Само своими руками высветило. Тут я прокинул. Начало было, может быть, нехорошее, но дальше все было в твоих руках. У нас есть всегда выбор, у нас всегда выбор, как ты будешь это делать. Если ты строишь отношения по образу подобия своих родителей, другого не будет. Будет все то же самое. Вспомните, как вы строили отношения, ребята, на себе каждый, дайте себе вопрос. Как вы строили отношения, когда вы познакомились со своим партнером?
Сколько многие из нас говорят, вот я, как моя мама, делать никогда не буду. Я никогда на своих детей кричать не буду. Я никогда так делать не буду. Я не буду сновываться в их дела, говорить, что нужно, что не нужно делать. И вот такое. И мальчики тоже самое, да, я не буду это папа делать. А теперь вспомните, сколько вы повторяли такие же ситуации. Когда взрослые становятся, дети появляются, мы становимся, ту же роль родителя. Самое лучшее время для проверить, на кого же я родитель, как была моя мама со мной отношения, да? Так вот, если мы повторяем ту же самую ситуацию, опять и снова, ничего не меняя, какой будет результат? Отличительно идет от моих родителей? Наверное, не очень. Да? Поэтому здесь возникает сознательное отношение. Я должен осознать, что было так, что не так. Это называют разбор полета. Так же мы делаем после расхода, когда мы сделали, да, вот там, далеко. Что было не так? Почему мы разрешились? Что мне мешало? Если у меня достаточно было мозгов, терпения, я осознал, что это было не так, и у меня есть шанс построить новые отношения, счастливые. Я закатываю рукава и изучаю, начиная с мадамского женского набора, что я, как мужчина, согласно своему телу, должен делать. Плюс самое первое, ты говоришь, да, то, что до 14 лет мне не хватало. Номер один. Быстренько подсказываю. Если у девочки не было хороших отношений с папой, какие проблемы будут у нее в отношении с ним, с мужем? Подумайте, каждый из вопросов. Я вам отвечу, чтобы вас интерпретировать. Ну, попробуйте сами. Подсказка очень простая. Значит, исходим с того, что дает отношение папы с дочерью в детстве. Опыт какой, да? Защиту, любовь, да? Умение управлять этой большой махиной. По-женски. Я маленькая девочка, папа большая махина. Чтобы с ним как мужик стал, да, если я открою вот этот рот, папа скажет, до свидания, дорогая, держите. И это тот, кто говорит, что когда вся женщина ведется не по-женски с мужчиной, она всегда проигрывает. Во-первых, мужчина шок, что он видит в женском теле абракадабру, который ведется этот мужик, и не удивляется девушка, почему мужчина, когда ведется по-мужски, начинает вести себя с нами по-мужски. Потому что он видит перед вас собой мужика, не женщину. Вы были женщины, да, когда вы были, выполняли свои функции, как женщина. Милая, нежная, нежно говорили, милым голосом приятно. Да? Проявляли уважение к мужчине. И все, что с ним связано. А если вы говорите, да, доченька, что ты сможешь на папу? Папка у нас всегда такое. Ну, не с ним. Чего вы удивляетесь? Не уважение. А потом удивляют, почему муж, это не такое время. Почему не уважает? Почему находит в гараж? Или запивает? Слабый уходит. Сильный уходит, один слабый, что запивает, в гараж идет. А кто причина? Ну, сама. Это возвращение к этому опыту, который не получила девочка, не имеет отношения с папой. Хороший. Итак, нет папы, не получила, не знает, как управлять этой махиной душой, нежно, по-женски. Соответственно, что? Опыта не получила. То есть она будет управлять с своим мужем по мужскому типу. Он просто, чтобы мама поможет. Мама-то поможет, да? Что-то мама-то, естественно, если девочка, папа или нет, хозяин семьи, не выполняет свои обязанности, то мама ему помогает. И девочка смотрит, как мама управляет мужчиной, давлением. И меня продолжает так же самое делать. Да? Дальше. Если я не общалась с своей папой, я не знаю, что такое авторитет, и принимать папу как за авторитет. Папа сказал, папа кто? Папа дисциплина. Мама — это любовь. Да? Семья. Папа дисциплина, мама — любовь. Я не знаю теперь, то есть я не принимаю свою папу за авторитет. Я не научилась принимать папу за авторитет. Папа с мной не общался. Или папа по ученику. Соответственно, в своих отношениях вы для меня муж авторитетом. Я не научилась, откуда этому взялся? А? Последнее слово, я даже, когда у меня был папа, я привык, что папа слово за папой. Папа сказал мне, что должен быть. Все. Мне все же нравится. Папе виднее. Папа мудрее. И я эту паттерн поведения переношу на свои новые отношения. Я даже имею даже мысли, что нужно по-другому быть. Как есть пример такой в Индии. Слоны. А маленького слоника привязывают маленькую цепочку к своему телу, к столбу.
И он пытается сначала порвать его. Не может. Проходит время, застоит, он уже, цепочка остается та же маленькая, которая была в детстве. Спланер хорошо, а цепочка та же маленькая. И он не пытается ее даже порвать, хотя он может одним мгновением порвать. У него же есть установка. Так формируется наша установка. Хорошая, правильно. И вот по этой аналогии вы понимаете, над чем надо работать. То есть то, я четко анализирую, чего мне не хватало в детстве, до 14 лет. Почему до 14 лет? Не знаю четко, но знаю, что до 14 лет мы живем на карме родителей. Мы карму не зарабатываем, грехи не зарабатываем, да? После 14 мы уже начинаем зарабатывать свои грехи. Поэтому есть уже осознанное состояние, осознанное отношение, развитие своего отношения, своего я, своего начала. Итак, возвращаясь, мы сказали, что мы выполняем действия, у нас есть три назначения, согласно своему телу номер один. Второе – кармическое назначение. Что такое кармическое назначение? Это то, с чем я сюда пришел. Что должен отработать? Терпение, смирение, быть учителем, терпеть соседа, который долбит перфоратором мне в 2 часа ночи, или взять ответственность за больных детей. Помню, что мы все играем в театр, мы в театре. Мы все в театре. Okay? И поэтому, по этой аналогии, мы, если мы отработали свою роль качественно, мы переходим на другую роль. Или покидаем этот театр, зависит наши меры развития духовности. И я думаю, связи с этой, почему говорите, что до седьмого колена вы все связаны, должны чтить своих предков, и вы должны быть уважать их, потому что до седьмого колена понимают, что это наш большой театр. Мы просто меняем, превращаемся, играем разные роли. Если сегодня, скажем, он ваш муж, вполне вероятно, в прошлой жизни она была женой, а вы наоборот. Правда, мы меняем тела разных, да, мужское, женское. Легко проверить по детству. Если девочка была шустрая, боевая, то правда, это была мальчик. Плюс еще натальную карту можно посмотреть. Где очень четко написано, в каком теле ты был, в какой планете ты пришел. Да, все это знают. Итак, хорошо, не задерживаемся на этом. Итак, понятно, да? Так, согласно телу, кармическое назначение. Плюс то, что мы говорили до 14 лет, это то программа, на которой надо работать. Я считаю, что то, чего мне не хватало до 14 лет, это номер один, с чего нужно начать себя развивать. А то, что было хорошо, это помощь тебе в развитии тех трудных качеств. Если я не развил их сам, когда был один, то вы понимаете, кто будет вам дальше и помогать развиваться. Да? Кстати, сказала, утром поднимайся. Бежать надо детей, в школу везти, за молоком бежи. Потому что сам когда-то я не смог разработать церковь, с кесу вставать в 3 часа. Примерно. И третье самое важное во всех религиях, это что? Любовь. Любовь. Господь сегодня не просто об этом говорит, абсолютно верно. Безусловная любовь. И это, кстати, то, что мы должны практиковать, да, мы отношения строим даже с самого начала. То есть я дарю тебе, и не жду, поскольку я самодостаточный. С этого начинается, да. Я не жду, я даю тебе, что у меня есть в избытке. Я в избытке. Я не нуждаюсь в твоей любви. Я тебе дал домах, намах, это бизнес, ты не назвал. Я тебе дал что-то хуже. Ну, не знаю, я тебе сделал массаж, ты не тоже массаж давай. Окей, я тебе приготовил покушать, что не следи в церкви. Потребительские отношения. Да, это партнерские отношения. Мы говорим о отношениях супружеских, которые должны быть длиной на всю жизнь. Итак, безусловная любовь. Безусловная любовь начинается от простого к самому себе, к окружающим и к высшему Создателю Господу. Ну, у кого Создателю, у кого Господь, кого что. Итак, с этим понятно, да? Мы сейчас то с вами повторим быстренько, что мы сделали. Наша схема развития отношений. Итак, прошлые отношения здесь. Мои прошлые отношения здесь, то я. Я их очистился, обрезал, полностью освободился. Стал самодостаточным, развил себе все качества, которые необходимы для того, чтобы быть достойным мужчиной, потому что я знаю, какой список обязанностей мужчины, обязанности женщины изучил. Okay. И следующее, я также изучил уже обязанности жены, для того, чтобы помогать ей лучше исправлять, ее качество исполнять. И я также что делаю? Коммуникацию между мужчиной и женщиной, да? Как с ними коммуницировать, как там танцевать вместе с вас. Okay. Это мы сделаем. Теперь к своему списку минимального набора мужского и мадамского, женского. Мы помним, там задачка, да? Три человека одинаковые. Класс. Мы называем это классом. Кастами называются, варнами и так далее. Мы называем класс. Нашим языком понятно. Класс. 5 классов, если знаю. Самый низший класс. Что я скажу классы, это не значит, что это опрос общества. Это просто как яблоко описывает.
это понимают. И так, первое, это люди без определенного вида деятельности, которые родились в этот день, пришли, не знают, что им вообще делать. Люди полностью безответственные, они не знают, кем быть, что делать, то есть куда их пнешь, куда они пойдут, так сказать. Да. Право — это те души, которые в прошлой жизни были в телах животных, и они еще не проснули свой уровень разума. Все эти классы отличаются уровнем разума. Сам развитие уровня разума. Итак, первый класс — люди без определенного вида деятельности. Второй — это назовем их люди, которые работают руками. Что угодно. Это могут творческие люди, это могут быть певцы, это могут быть актеры, художники и так далее. Немножко позже вернусь, более подробно объяснить по этому вопросу. Третий — это бизнесмены, бизнес-класс. Четвертый — это люди, управленцы, военные. Но только не те управленцы, которые сегодня у нас есть в Верховной Раде. Знаете, да? Сегодня у нас бизнесмены больше всего. Что определяет принадлежность к тому или иному классу? Не пост, который я занимаю, временно исполняющий. Да? Сменилась Влада, сменили меня. Был депутатом, стал дворником, образно говоря. А все определяются моими качествами. Качествами моими. А качество определяется, к примеру, сейчас говорим об управленце. Его общественное качество, ребят. Мои качества управленца, какие должны быть? Ответственность. И что еще? Контроль. Ну, контроль, да. Самоконтроль. Справедливость, защита. Защита прав. Исполнение закона. Да, господи? Царь-государь что делал? Царь заботился о своем народе. Забота о народе и за тем, чтобы исполнялись все свои права и обязанности граждан. Это его основная задача. Вот если вы видите такого депутата, который исполняет такие качества, имеет такие качества, тогда он есть истинный управленец. Okay? Если же он бизнесмен, из бизнес-человека стал управленца, то как он будет действовать? Купи-продай. У меня есть задача заботиться о людях, о их благосостоянии. Он задача заработать денег. Okay? Поэтому это все надо возьмите. Итак. Это был четвертый класс у нас, управленцы, военные, кто защищает права и исполнение закона. И последний – это ученые. Ученые, духовные лидеры, учителя, врачи. И их основное качество – это какое это? Честность. Самочестность. Для них очень важно быть честными. И поэтому все в советское время, я помню, у нас было такое коммунистическое партия, кстати, в коммунистические времена было много чего полезного, но не реализовалось полностью, к сожалению. Были управленцы на любом предприятии, я был моряком, у нас был капитан корабля, самый высший должность, и всегда был политрук, который назвали «холящий», вообще ничего не делал, он следил за идеологией. И также в нормальном обществе должны быть ученые люди, которые следят за этим. И поэтому нормальных управленцев, царей или наших президентов, в Верховной Раде депутатов должны быть люди, которые подсказывают им, как правильно это строится. Okay? Итак, у меня три одинаковых человека, имеющие все эти качества, джентльменский мадамский набор. И для того, чтобы мне выбрать человека, который подходит мне, что нужно еще учесть? Что? Еще что? Что? Ну, молодцы, да. Правильно, класс, это очень важно. Вспомните кто-то из вас, я думаю, наверняка у вас был такой опыт. Человек подходит, да, там, работающий, мне важно, чтобы хозяйственный был, там, аккуратно, то все, но что-то вот не склеится. Интересы разные. Да, мы называем просто не знаю, интересы разные, цели разные. Ну, что, говорит, все одинаково, слушай, ты хочешь хорошо жить, я хорошо же хочу жить. Ты хочешь богато жить, я хочу быть богато, ты хочешь развиваться духовно. Я хочу духовно развиваться. Цели одинаковые. Цели, ну что, не одинаковые? Вы духовный, я духовно. Вы хотите жить здорово, богато, я также хочу здорово, богато. Одинаковые цели. Ну в чем проблема? Одинаковые цели, одинаково, все классно. Как мне выбрать вот из этих трех того, кто мой? Чтобы совпадал, так сказать, в определении классу, да? Чтобы мы смотрим, чтобы человек совпадал по классу.
чем отличается уровень развития этих качеств. Возьмем человека, который работает руками. Для него заниматься духовностью достаточно просто сходить, помолиться там раз в неделю или по большим праздникам. Для человека ученого он это делает 3 раза в день. Вот и тот духовно развивается. Учет это не хочешь, я духовно развиваюсь. Ученый говорит своей жене, которая работает руками этого класса, первого класса. Я говорю, занимаюсь духовностью, что тебе надо? Или спортом занимаюсь? Для нее спортом заняться просто там встать утром и сесть 10 раз. И ложку поднять. А для него надо пробежать просто 10 километров. А у него и вот этот уровень определяет четко именно принадлежность к классу, ребята. Осознать это. Такая подсказка про русскоязычного языка. Обалденная подсказка. Мало того, что первый класс, я основной пункт. Минимальный набор жизненно важных качеств, которые должен присутствовать у моего партнера. И я должен дать взамен то, чего я прошу, помню, да, совместимость. Если я хочу, чтобы мужчина был ответственный, должна быть послушной, могла принять его за лидера, быть хорошим помощником капитана. Верно? Если я хочу, чтобы муж у меня был известный, популярный, всем нравился, но чтобы это был новый, возможно? Неправильно, это смелое качество, возможности, способности свои, что я хочу, что могу дать назад, что я требую. Вот это, считаю, основные фундаментальные начальные качества, чтобы принять своего партнера. По классу. Здесь нужно хорошо поработать. Определить свой класс. Определить класс партнера. Потом проверить, что тебе кажется, что у него есть на истинное присутствие. А? Что, знаете же, мужчины говорят, твои жены. А женщина, нам надо догадаться, что у тебя там, понимаешь, есть. Ну ты же ничего, у тебя такая вот тут. Ты должен почувствовать. Язык разный, да, помню, что надо общаться на одинаковом языке. Напомню, что мужчине нужна конкретика, а женщина сейчас чем-то говорите на языке партнера. Девушки, говорите на языке конкретики с мужчиной, чтобы он вас понял. А мы, мужчины, должны говорить с девушкой на языке чувства. Очень важно. Тон of the voice, тон голоса. Помню об этом. Итак, групповая группа, у нас осталось буквально 10 минут. Итак, мы определились. Ребята, понятно с этим? Все непонятно все? Откликается? Что-то почувствовали, что схема складывается. Нормально? Я когда об этом задумался, я думаю, вау, ну простые вещи, ну, ты видишь, елы-палы, вот она, где вся принцип-то. Всего надо начинать. Итак, мы составили свой набор, мы определили класс этого партнера, узнаем, что теперь идти, и следующее, мы изучаем нашего партнера. Мы должны изучить еще и схему построить отношения. Да? Вот здесь мы как раз говорим язык общения, отличие мужское и женское. Я не удивлялась, почему, когда муж приходит с работы, уставился в телевизор и начинает плакать, что его нельзя в это время трогать. Что у него идет сортировка информации. Когда мужчина думает, ему нужно быть в одиночестве. Ему не нужно говорить, как вам. Вам же решать задача, как в общении. Ты себе говоришь, что ты мне говоришь. Вы через общение получаете как? Тон голоса, эмпатия, телодвижение, видите, как человек говорит, что он знает, чувствует, что он думает. Нам это не надо, это лишняя информация у нас. Нам нужны конкретные факты. Нам не важно, какого цвета 1 плюс 2. Нам важно, что есть 1 плюс 2, будет 3. Это самое важное. И в этом наша фича. То есть на этом важном этапе, когда я изучил себя, знаю, что я хочу, я полностью самодостаточный. Человек, супер, замечательно. И теперь также должен тщательно изучить того, с кем я буду строить отношения. Если я самодостаточный, я все про себя знаю, но я не бомбеца не знаю, отец, с кем буду строить отношения, купили мне комбайн, многофункциональный, все, что хочешь есть, любую функцию выполняй. Но нужно нажать нужную кнопку в нужное время. Муж пришел уставший, голодный, а я ему говорю, ну и шубу надо. Зима на улице, ты невнимательный, ты плохой муж. Не вовремя. И правильно сказать. Поэтому важно чувствовать себя, да, важно изучить партнера, с которым я буду строить отношения. Как правильно управлять, чтобы эта машина не сломалась? Это многофункциональная машина, все, что хочешь сделать, но буквально в смысле волшебник. Но
палочку нужно правильно использовать. Что мы в ваших руках игрушка, на самом деле, мы мужчины. Вы, женщины, помните, что мы форма, мы тот, как я говорю, трактор. А вы заправщик, какого качества топлива дадите, вот так и будем пахать. Ребят, в буквальном смысле слова, эта метафора очень четко отражает. Мы та махина, вы решаете все свои задачи внешние через нас. А мне надо самой идти пахать, копалочка своей, пахать этот огород, чтобы у меня плуга есть. Вам нужно заправить меня нужным топливом. Я прошу. А если вы будете своей копалкой копать, я плугами, вы упашетесь, и я упашусь. Ну, я спахал 100 гектаров, вы спахали 10, одну сотку своей детской лопаты. А потом вечер наступило, все приходят домой. Для мужчин это место заправки. Для женщин это место восстановления энергии. Для нее это царство, ваше царство государство. Вы хозяйка в доме, мы в гостях, когда приходим домой, по сути своей. Даже вы должны быть в гостях, парни мужчины, ну, за крепостью дома. Мы вас оберегаем, защищаем, показываем, что вы есть, и как мы вам дарим этот мир за пределами дома. Но когда я прихожу домой, я здесь в гостях. Я знаю, где изюм лежит, где сухофрукты, где постельное белье, где мыло. А я по freaking idea. That me know. И нет ничего удивительного, что мужчина знает эти вещи. Нормально. Потому что я занимаюсь своими вещами. Теперь я в гостях. Так пришли, теперь возвращаемся к тем нашим героям. Жена, которая копала, своей копала огород, вся упаханная, пришла домой. И муж упаханный пришел. Он ждет заправку, остаться заправкой. Женщина заправляет. Помните, да, энергия женская, ваша психическая энергия по природе. Почему должна знать свои особенности, знать, что у моих, какие мои сильные стороны. Что я должна, чем я могу пользоваться на своего партнера, как я могу его заряжать и что могу делать. Вы заряжаете, топлива нету. Я упаханная, сама беру без двух задних. И он, муж пришел беспаханный. Кто его заправлять будет? Ну, на своих собственных ресурсах, да, запасные баки у меня есть. Ну, ладно. Поеду завтра, пахаю уже не 100 гектаров, там 1 гектар еле-еле, душа в теле, ресурсы заканчиваются. Завтра опять то же самое. Жена тоже опять упахана, жена еще меньше укопалась, и мне не одну сотку, там 2 метра. И потом мы видим, что ресурсы заканчивались. А все чего? Того, что мы делаем свою обязанность занимаемся. То есть вместо того, чтобы жене идти пахать самой работать, давай работать, я тебе помогу, тоже уже нужно работать ее. Это сложно, когда мы приходим, ребят, конечно, сложно, когда стоялся, что мы привели, что муж работает, жена должна работать, я иду там бухгалтером, еще потом мне что-то люди делают. Как они сказали, у нас бюджет на двоих рассчитан. Сложно. Но вот это осознанное отношение, которое в принципе будет осознанное. Постепенно это надо, не резко сесть. Даже как делегировать. Если вы привыкли женщине быть лидером, если у вас позиция сегодня лидера. И мы сегодня осознали, что это не есть правильно. Лучше измениться. Что делать? Надо постепенно дать права мужчине. Постепенно. Чтобы он получил это удовольствие получить. Итак, дорогой, все, я уже не работаю, все. Я поняла, что я должна быть дома, заниматься дома собой. Ну что, у нас денег не станет, дома не будет. Негде будет этим заниматься собой. Дорогая. Постепенно, по чуть-чуть, имеет полную концепцию, как должны строиться отношения. Я делегирую постепенно отношения мужчине. Заряжаю его своей энергией. Говорю, что молодец, молодец, молодец. Исходя из чего, моих обязанностей как женщины, да, я знаю, что должна дать своему партнеру. Я уже наполнилась, я могу и не делиться. Я знаю, на кнопочку надо нажать, чтобы машинка работала. Мне нужно